Как много в этих краях я заметил, вот тут вот чуть-чуть отошел от палатки, вот этих вот ромашек. Вот я нашел такие вот маленькие ромашки, а тут вот они побольше уже, побольше. Вот они какие. На фоне, вот опять же, на фоне горы Пушкин-Тау, вот она, эта знаменитая гора. Действительно, видимо, тут когда-то было какое-то землетрясение, 19 век, уж не знаю, было ли тут в 20 веке что-либо связано, но тем не менее, вот такие вот ромашки. Ромашки, как говорится, это цвет такой влюбленности, юной любви, что-то в этом роде. Ну, и у Пушкина, конечно, дуэль-то была тоже, можно сказать, связана с любовью, а поэты, кроме того, еще, конечно, они и не стареют. Поэтому, видимо, отчасти, может быть, вот эти вот дагестанские сегодняшние ромашки, уже отчасти, конечно, пострадавшие от солнца, потому что они вон насколько выгорели. У них тут как-то, может быть, это связано с вот, любовью, там, взаимоотношениями, там, влюбленностью и тому подобное. Потому что та же дуэль Александра Сергеевича была связана с женщиной, с девушкой, с любовью и тому подобное. Так что отсюда это вообще до Петербурга, до места этой дуэли аж больше, чем 2000 километров. А вот это вот землетрясение и вот эта вот гора, она здесь, в Дагестане, на берегу Каспийского моря, которое, кстати, соответственно, очень такое вот загадочное, манит всяческими какими-то загадками. Вот, да, кстати, вот сколько здесь я нашел, вот здесь чуть-чуть отошел, сколько здесь этих ромашек-то оказывается. Вот они, прям тут в поле так вот и живут, и растут. Вот ромашки. Какое-то ромашковое поле прямо вот оно. Ромашковое поле. Ну а у меня вот там вот палатка, я думаю, что она видна. Она такая зеленая. Здесь все-таки поле, я заметил, тоже отчасти зеленое. Здесь она чуть-чуть все-таки прячется в зеленом поле. А так она, конечно, очень ярко заметна всем. Но повторяю, опять же, вот это вот во время очередной своей ночевки в палатке в Дагестане никто меня не побеспокоил ни ночью, ни утром. Классно переночевал. И сейчас собираюсь дальше в путь. Пишите комментарии, друзья, товарищи. Всем пока-пока. Пока-пока из Избербаша. Всем большой-большой пламенный привет из Избербаша, в Дербент, Махачкалу и другие регионы, где я путешествую. Кто меня знает, кто меня помнит и смотрит видео. Всем вам спасибо за то, что смотрите видео. Пишите комментарии. Пока-пока.